конференции «Рынок транспортных услуг» начался с доклада РЖД о программе развития перегрузочных комплексов. Представитель российских железных дорог Роман Новиков рассказал Гудку о деталях пилотного проекта терминально-складского комплекса и о причинах строительства новых терминалов. Первоначальный этап – это 11 терминальных центров, которые охватывают практически всю территорию России. Под понятием терминально-логистического центра понимается несколько терминалов, в том числе контейнерные, контрейлерные, терминалы насыпных грузов, складская обработка грузов и с обязательной таможенной зоной. То есть весь комплекс услуг, который необходим сегодня клиенту, мы собираемся организовать на вот этих терминально-логистических центрах. Между ними будет очень современная IT-система, которая будет позволять проверять наличие груза, своевременно формировать партии в разные направления и отправлять. Есть план первоочередных мероприятий, которые подразумевают реализацию до 2015 года совместно с администрациями и губерниями. Территориально будет находиться в крупных центрах, определены сегодня, на сегодняшний день первоначально 11. Екатеринбург, Шушары, Калининград. Сегодня мы являемся конкурентными с частными терминалами. Да, у нас инфраструктура, которая наиболее находится в благоприятных местах. Да, это практически все наши терминалы расположены вблизи станции сортировочных, станции приема и так далее. Но у нас много проблем, связанных с тем, что все эти грузовые дворы формировались с учетом плановой экономики. И на сегодняшний день они были созданы именно под специальные какие-то проекты. Фабрики, заводы, колхозы, совхозы и так далее. Сегодня экономическая ситуация изменилась, и многие из них потеряли свою значимость и стали малодеятельными. И мы вот для поддержания субъектов федерации, да, поддержания каких-то определенных регионов, их содержим и пытаемся им дать свое применение.